Доброго вечора, ми з України. Мене звуть Артем Овдєнко, я журналіст, радий усіх вітати на цьому стрімі, де про події 433-го дня повномасштабного російського вторгнення будемо говорити з військовим експертом, полковником Романом Світаном. Пане Романе, радий вас вітати. Слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я. Пане Романе, буквально два слова нашим глядачам з проханням про лайк цьому стріму, про підписку на канал у разі, якщо ви на нас іще не підписані. І якщо маєте якісь коментарі, ремарки, будь ласка, пишіть в чаті, буду намагатися краєм ока за ним спостерігати. Пане Романе, хотів би ваших коментарів. Тут досить несподівана заява, ну певною мірою можу сказати, навіть фантастична заява пролунала з вуст пана Резнікова, міністра оборони України, про те, що росіяни натепер вже направду готуються робити жест доброї волі і йти з України, і пан Резніков припустив, в який саме спосіб Кремль це буде пояснювати пересічним росіянам. Кремль, начебто, руками ФСБ зараз готується влаштувати якусь техногенну катастрофу, чи то на гідроелектростанції, чи то десь на атомній електростанції всередині Російської Федерації, щоби так пояснити, чому вони армію з України виводять. Мовляв, щоби ліквідовувати наслідки цієї техногенної катастрофи там, на Росії, Путін скаже, ну я ж про росіян думаю, тому змушений зі сльозами на очах, мовляв, виводити армію з України і кидати її, значить, ліквідовувати наслідки цієї техногенної катастрофи. Наскільки такі припущення, такі версії від міністра Резнікова вам здаються реальними? Ну, если уже есть какие-то договоренности по выходу российской армии, они могут быть с участием Макронов, Си Цзиньпинев. То есть выход россиян из запорожского и херсонского направления, это значит, мы их отпускаем в очередной раз. С севера Украины отпустили, с Изюма отпустили, с правого берега Днепра отпустили. Вот сейчас есть один механизм, как им уйти, а мы их отпустим с запорожского и херсонского направления. И они оставляют себе Крым и Донбасс опять на 15 лет. Возвращаемся к старой песне 24 февраля прошлого года или 27 марта прошлого года, когда Крым и Донбасс отдавался на 15 лет в какое-то переходное состояние с участием каких-то миротворцев, может быть, российских войск или китайских войск, каких угодно и чего угодно. Потому вот такого рода заявления, особенно когда они звучат из уст министра обороны, а просто вы не все сказали, он там еще дальше доложил о том, что и Крым мы военным путем можем не освобождать, а дипломатическим, по крайней мере. Это подойдем и 15 лет будем ждать, пока они оттуда будут уходить. Не уйдут они. 100 лет китайцы с Тайваня не ушли, и никто с Крыма не уйдет, если мы не будем его освобождать военным путем. Потому механизм, как это все будет, мы сейчас посмотрим на это движение. То, что россияне готовы уйти с Херсонского и Запорожского направлений, это понятно. Дело в том, что им с военной точки зрения придется либо погибнуть на Херсонском и Запорожском направлении, это больше 150 тысяч человек там останется навсегда, либо приказать выполнять отход, управляемый отход. С военной точки зрения это очень грамотный, кстати, ход будет. Они, опять же, если смотреть отвлеченно именно как военный аналитик, очень грамотно они приняли решение уйти из севера нашей страны, когда уходили из-под Киева. Они спасли армию, они спасли технику. Армию, и она потом появилась на Донбассе. Они ушли с Изюма, с Изюмского котла, также более-менее спасли личный состав, технику просто не успели вывести. И очень грамотно ушли с правого берега Херсона. То есть они спасли и армию, и технику. Больше 25 тысяч человек перешло на левый берег в полном походном снаряжении. И также ушли на Донбасс, и дальше мы получили большие проблемы. Потому с военной точки зрения это будет правильный шаг российского военно-политического руководства дать указания на отход с этих двух участков, Херсонская и Запорожская. Вопрос, как это все показать россиянам, да, действительно, есть сейчас такая подготовка. Они готовятся с помощью каких-то техногенных моментов, с помощью придумывания каких-то еще, может быть, коврижек или отвлечения внимания на что-то другое. Ну или объявление СВО, выполнившим свои задачи,
так как они вот достигли определенных рубежей и каких-то договоренностей. Эти договоренности могут быть достигнуты только с участием Украины. То есть и здесь вот и возникают вопросы. То есть нас провели как евреев по пустыне, только их 40 лет водили, а нас год провели по кругу, опять мы подошли к той же самой теме Крым-Донбасс на определенное время. Потому здесь надо сейчас народу и армии следить за вот этими пасами и действиями наших союзничков, так называемых, а иногда и российских консерв, которые сейчас открывают. Пане Романе, бачите, але ви ж самі кажете, що на тепер на Запорізькому, на Херсонському напрямку росіяни накопичили 150 тисяч війська. Ви сказали, що їм там доведеться загинути у разі, якщо вони будуть намагатися чинити спротив нашому контрнаступу. Але ж, щоб нам знищити 150 тисяч, і нам то доведеться гинути. Ну, в тому плані, от ви вкрай негативно про можливі ці договорняки відгукнулися, але менше з тим, якщо в результаті таких договорняков, як ви кажете, все-таки вдасться вберегти і життя українських військових, можливо, варто на те піти. Я розумію, до чого ви ведете, що вони вбережуть свої сили, і потім ті сили, які вбережуть, то вони перекинуть на інший напрямок, і знову там через кілька років підуть на нас війною. Але, може, і ми через ті кілька років будемо більш готовими, і союзники дадуть нам вже до того часу, умовно кажучи, F-16. Може, варто все-таки піти на подібні домовленості? Дело в том, что россияне спасли, еще раз повторюсь, спасли армию от разгрома под Киевом, и она вся появилась на Донбассе. Мы потеряли тысячи жизней наших людей, наших военнослужащих, потеряли Северодонецк, Лисичанск, Попасную. Это вот те силы, которые выходили с севера Украины и появились на Донбассе. С правого берега, когда россияне уходили, они опять же появились на Донбассе. Мы потеряли Солидар, мы потеряли опять тысячи наших военнослужащих. Мы сейчас удерживаем западную часть Бахмута. То есть никуда эти воинские подразделения не денутся, не растворятся. Они начнут выполнять боевую задачу сразу же, причем как только развернутся. Потому нельзя себя такого рода расхолаживать, такого рода предложения. Пока у нас есть боевой потенциал, его надо использовать. Любое накопление сил у россиян их просто больше. Дело в том, что мы все-таки страна в три раза меньше России, то есть и по потенциалу людскому, и по экономическому, боевому в том числе. Потому дать россиянам перезарядиться, они ж не увеличатся в два или в три раза, они в 20-30 раз увеличатся. И тогда шанса у нас просто не будет. А к тому времени уже могут возникнуть моменты, связанные с усталостью, очень много чего с чем. То есть россияне всегда использовали и запускали тему переговоров тогда, когда им это надо было. Это не нам надо, это им надо. И вот идти на поводу у россиян по выполнению таких задач, это значит подвергнуть через определенное время еще большим потерям, чем есть сейчас. И тогда уже третий раз будет он просто, они остановятся, если вообще остановятся в районе Польши. Их даже Днепр не остановит. Они просто подготовятся, учтут эти проблемы, которые возникли, и вернутся обратно. Это просто невозможно остановить, пока полностью не уничтожить. Потому здесь вот такой вопрос. Либо освобождаем сейчас и бьемся за нашу территорию, либо нас просто уничтожат через определенное время. Но только не только нас, наших детей, наших внуков, а может и правнуков у кого-кого. То есть вот, а дальше здесь на весах, как это на все смотреть. Пане Романе, вже було не один раз. Так, пане Романе, я направду пам'ятаю, що ви прихильник концепції не звільнення території, а перемелювання ворога ворожої армії. Але дивіться, чи не може так статися, що у разі, якщо все-таки росіянам доведеться тікати з Запоріжжя, тікати з Херсонщини, у разі, якщо задля пояснення цього Путіну доведеться влаштувати техногенну катастрофу на одній з чисельних атомних станцій на території Російської Федерації,
Чи не може це призвести до того, що путінський режим паде, що Росія розвалиться, що росіянам вже буде не до України? І от всі ці ваші побоювання, що вони, якщо відступлять, а потім підуть на знову, вони не справдяться, ці побоювання, ну тому що росіяни будуть зайняті своїми проблемами, в них там буде громадянська війна, розбірки і так далі, тому подібне. Можливо, в політичний все-таки спосіб воно все те вирішиться? Чи ви в подібне не вірите? Не решится однозначно политическим вопросом, только либо военным, либо экономическим. Дело в том, что любые договоренности снимут с россиян экономические санкции, а это значит, российская экономика возродится на буквально за несколько лет, и потом ее уже не задавишь. Развалить Россию можно только экономическим путем, по постоянным введением санкций, и не дай бог их снять. То есть механизма нельзя дать, механизма россиянам снять с себя санкции. А любые договорники любого уровня переговоры, они тут же автоматически снимают санкции с россиян. Вот мы это видим по зерновой сделке. Под видом того, что нам некуда зерно девать, так курицы клевали в конце концов. Мы открыли, сняли санкции с российского экспорта зерна, с российского экспорта удобрений, с транзакций на российские банки. Ну, то есть этот механизм сразу запустится. Россиян нельзя победить военным путем, и только экономическим. Потому они сейчас пойдут на любые ухищрения, чтобы снять с себя санкции. А договорняк именно это и подразумевает. Але дозволю собі маленьку ремарку. Бачите, росіяни невдоволені зерновою угодою. Вони з 18 травня, кажуть, виходять з неї, тому що не зняті санкції з їхнього зерна, з їхніх добрив. Ну, тобто, тут, знаєте, я можу вам заперечити в цьому. Просто є ще момент, який хоче Росія додати в зернову сделку. Це прокачку аміака. Вона ніяк не може протолкнути прокачку аміака через Украину, украинское общество, украинскую армию, потому что аммиачная труба лежит от Валуек до Купянска. Вам ничего это не напоминает? Валуйки, Купянск – это там, где мы сейчас боремся. Так вот труба, которую должны качать аммиак, она идет с Тольятти на Валуйки, на Купянск, и дальше уходит в сторону Днепра и на Одессу. То есть вот прокачка аммиака, она как раз завязана, и они хотят ее туда, в эту сделку воткнуть. И, кстати, они ее воткнут в эту сделку, я так понимаю, завтра или сегодня, когда у них опять переговоры по зерновой сделке. Потому это может быть один из показателей этого кейса, в который сейчас россияне хотят толкнуть всю эту тему, включая с выходом с Запорожской и Херсонской области, с замораживанием и растягиванием выхода их из Крыма и Донбасса, может быть, даже с участием Китая, прокачки аммиака. То есть эти все сделки плохо закончатся для Украины. Россия поднимется очень быстро, как только снимут санкции. А вот дальше нам надо просто будет понимать, куда бежать. То есть либо до Парижа, либо сразу в Канаду. Ну, на 3 травня заплановані ці от переговори по зерновій угоді. Подробиці ми вже ближче до вечора 3 травня середи дізнаємося, чим ті переговори завершаться. Пане Романе, але якщо можна, я хотів би кілька таких прикладних, знаєте, запитань вам поставити, як авіатору, як льотчику-інструктору. Зокрема, з чим ми можемо піти в той от контрнаступ? Я хотів би зараз вас по ракетах Storm Shadow попитати і по ракетах Harm. Да, давайте з Storm Shadow почнемо. Британські ракети, які були нам обіцяні, багато про них було розмов, а потім, знаєте, як воно все вщухло. Ну і вже ані пари з вуст про ті Storm Shadow немає від британців. І от чи маєте ви інформацію, на якому етапі це? Чи може так виявитися, що ці Storm Shadow вже в нас? І от чи не може повторитися доля цих от ракет Зуні від американців, яких нам анонсували в січні, і лише от тепер засвітили, що тими ракетами ми вже воюємо? Так і є. Зуні дійсно дуже хороша ракета. Вона кілька десятків років працює, і наші спеціалісти з допомогою кувалди і якоїсь матері, в кінці кінців, повісили їх на Су-25 і працюють по землі, по росіянам, там тільки пух разлетается. Очень хорошая ракета, реально. И Су-25 хорошо с ней справляется. Там некоторые таблицы стрельбы и управление этой ракеты изменили в прицелочных прицелах и нашли алгоритм, как работать в Зуне в том числе.
Это касается зуни. У нас работают гарпуны, если и давно их не слышно было, но тем не менее они готовности, и они будут работать и работают, скорее всего. У нас работают «Хармы», очень хорошая ракета, причем, скорее всего, в ближайшее время ее также будут запускать уже. Ракета «Харм» есть такая с приставкой «ЕР», то есть с большей дальностью, она до 300 километров может идти. Некоторые позиции. Те же гарпуны в комплектации «Слэм», модификация «Слэм», они тоже могут идти до 300 километров. Ну, само по себе наши «Нептуны». «Шторм Шэдоу», скорее всего, пошла по такой же самой пути. Их подсветили, показали, что она у нас может быть. Вопрос, скорее всего, решается с точками пуска и с пусковыми установками. Дело в том, что это ракета в основном авиационного базирования, то есть оптимальный вариант ее также подвесить либо на любой из наших самолетов, постараться, по крайней мере, либо ракета морского пуска, есть такая пусковые установки, которые можно приземлить, так сказать, вот как это было сделано с гарпуном. То есть просто сняли с кораблей пусковую установку, посадили ее на тележку, грубо, и это стало уже пусковой установкой гарпуна. Это то же самое можно, может быть, сделать и с «Шторм Шэдоу». Хотя оптимальный вариант такого рода ракеты — это крылатая ракета, ее лучше запускать с самолета или вертолета. И, кстати, тоже это возможно, используя как эти платформы как разгонные ступени ракеты. Она тогда просто дальше может лететь. То есть мы однозначно ее увидим, ее работа будет сразу замечена. Дело в том, что боевая часть у «Шторм Шэдоу» довольно-таки увесистая, то есть до полутонны, которая уже если отработает, так реально отработает. Типа «Атакамса» даже больше, ну то есть мощнее, в «Атакамсе» 225 килограмм. То есть это будет хорошая замена «Атакамсу», хотя недостаточная, все-таки не полная, так как «Атакамс» — это ракета баллистическая, ее очень сложно сбить. А «Шторм Шэдоу» все-таки это ракета дозвуковая, крылатая ракета примерно такого же уровня, как, допустим, те же «Калибры» или Х-555, Х-101, просто с меньшей дальностью. Там дальность от 300 до 700 километров, хотя, говорят, некоторые есть и до 1000. Мы их увидим, они как только начнут работать, мы сразу поймем, что работает «Шторм Шэдоу». «Шторм Шэдоу» – крилата ракета. Ви кажете, що це недолік цієї ракети, ну тому що теоретично, да, російська протиповітряна оборона може їх перехоплювати, на відміну від «Хаймарсів», «Атакамсів», перехоплювати, які вони будуть неспроможні. Але от ви ж самі згадали про «Харми» і кажете, що навіть на 300 кілометрів, да, може бути подвоєна дальність, аніж те, що ми на тепер маємо. І тут в мене, от як у цивільного, да, який не надто на тому всьому розуміється, але запитання. Росіяни мають протиракетну протиповітряну оборону С-300, умовно кажучи, 100 кілометрів. «Харми» – 150, або ж ви кажете, 300 кілометрів. Тобто, чисто теоретично, чи правильно я розумію, що «Хармами» ми можемо подавити російську протиповітряну оборону, а потім скористатися «Шторм Шэдоу», щоб всі потрібні нам цілі безпечно і гарантовано знищити? Так и есть. То есть есть механизмы подавления ПВО, и, я думаю, найдутся ключики к ПВО. Тем более вы в последнее время видели, как, в принципе, простые муджины пятые в конце концов взломали ПВО, эшелонированную ПВО в районе Севастопольской бухты и сожгли 40 тысяч тонн дизеля, 10 емкостей. То есть, по большому счету, если один человек что-то придумал, второй человек обязательно его сможет сломать, особенно если это Украина. І ще, якщо можна, ви сказали, я запитав вас про ці от ракети «Зуні», які ми отримали від американців, і вельми схвально про них відгукнулися. Але бачите, російські пропагандисти навпаки кажуть, мовляв, та що то ракети часів В'єтнамської війни, то ракети не керовані, то ракети на якісь 8 кілометрів, ну тобто вони навпаки максимально, знаєте, нівелюють от цю зброю. Що ви можете, який контраргумент можете сказати на ці от російські пропагандисти? Дело в том, что эта ракета, это НАР так называемый, ну или НУРС, неуправляемый реактивный снаряд, или НАР — это неуправляемая авиационная ракета, тут аббревиатура разная бывает. Это ракета типа наших С-13, которыми мы работаем, успешно работаем очень много времени, но дело в том, что и снаряд любой,
152-й старый советский, он выполняет же задачу, так и эта ракета. Она выполняет задачу, это неуправляемая ракета, в основном для ударов по наземным целям, по живой силе, по легко бронированной технике. Там взрывная часть чуть больше 20 килограмм, но она, тем не менее, наносит очень большое поражение, а тем более, если ракет много, то есть их же подвешивают не одну и отстреливают не одну. То есть это очень мощное оружие, и очень важно дело в том, что этих ракет много. Действительно, с Вьетнамской войны, с Корейской войны или с какой-то, они в районе 50 лет уже этим ракетам. Но, тем не менее, это ракета, которая доставляет боевую часть больше 20 килограмм и которая наносит очень серьезный ущерб. Так, во-первых, кинетическая энергия самой ракеты плюс взрывная часть, она выполняет очень много задач одновременно. Потому то, что россияне ее воспринимают, ну, это ж паблики, это ж все-таки информационное пространство. Вот пусть они хоть одного военнослужащего, который пережил удар этой ракеты или попал под удар и просто даже видел его, вот пусть они его скажут, он расскажет, как это легко противостоять этой ракете. Невозможно. Что такое 8 километров? Стандартная дальность стрельбы НУРСами, НАРами, то есть это как раз ее реальное рабочее расстояние. И 8 километров для штурмовика — это также 7-8 километров, это рабочее расстояние, он дальше и не работает. Ему же надо неуправляемым снарядом прицеливаться в цель, и, в принципе, он и выполняет эту задачу. Дякую за це пояснення. Якщо можна, ще хотів би вас попитати щодо, оскільки вже за зброю заговорили, росіяни дуже тішаться, що вони отримали від Іраку ці от протитанкові ракетні комплекси. Зараз намагаюся швиденько знайти, як вони звуться, ці комплекси, за назвою іранського якогось населеного містечка. Так от, вони тішаться, що це значить лазерне наведення, подвійна тандемна кумулятивна бойова частина. І от росіяни тепер кажуть, а ми чекаємо ваші Абрамси, ми чекаємо ваші Леопарди, є нам чим їх знищувати. Мовляв, приходьте, ми вже готові завдяки іранцям. Ну, але з іншого боку кажуть, що це усього лише аналог російського корнету, який начебто не надто добре себе зарекомендував щодо знищення західної бронетехніки. Які у вас думки щодо цих от від іранців отриманих росіянами протитанкових ракетних комплексів? Ну, любой ракетный комплекс, он противотанковый, он все-таки несет определенную опасность любой бронетехнике. Дело в том, что и кумулятивные, и тандемные боеприпасы, и осколочно-фугасные, в зависимости от задач, которые выполняют такого рода ракеты, они несут реальную проблему. Вопрос в том, кто быстрее успеет выстрелить. Так вот, как раз «Леопард» и «Челленджер», ну, они однозначно быстрее вычислят эти ракетные комплексы и нанесут удар, тем более против их, против ударных вот именно этих ракет. Как раз у этих танков есть броня, то есть они выдерживают 3-5 ударов в зависимости от точки попадания. То есть шансов практически нет. А это действительно иранский аналог корнета российского, ну, если можно так сказать, аналог. То есть стандартный противотанковый боеприпас с наведением, в том числе и лазерным наведением. Но это лазерное наведение, это же только точка, а дальше возврат этой частоты, и идет ракета просто в точку подсветки. Не всегда это, кстати, хорошо. Дело в том, что в плохую погоду, в туман или еще в какой-то связанный с такого рода погодными условиями момент, этот корнет, и корнет в том числе, и такого рода иранский боеприпас, он очень плохо себя показывает. Потому здесь на поле боя оно все будет видно, там оно все покажет. Дехлавія, знайшов, як зветься, Дехлавія – це іранський ПТРК, але ж, ну, точно це не джавеліни, точно в росіян нічого подібного тим джавелінам немає, а ми маємо і джавеліни, і НЛОУ тощо. І ще хотів би вас попитати все-таки по авіаційній тематиці. Росіяни б'ють дуже активно плануючими тими своїми бомбами по Сумській, по Чернігівській області.
І тут в мене теоретичне, знову ж таки, запитання, як у цивільного, до вас, як до військового, який точно знає відповідь на це запитання. А чому ми там на день, два, на три не передислокуємо туди, під північні кордони, ті патріоти, які ми отримали? Чому ми не зіб'ємо тих росіян, ті російські літаки, які скидують ці от плануючі бомби? Чи правильно я розумію, що все-таки Петріот може дістати той літак, знищити його, і росіяни тоді більше не будуть наважуватися подібне робити, тероризувати наші північні регіони? Так і є. Петріот, у нього дальність где-то в 150 кілометрів, і, в принципі, самоліт, який збрасує коректируємо авіабомбу, а в нього висота около 10 тисяч метрів, 10 кілометрів мінімум, для того, чтобы сбросить авиабомбу, скорость около звуковая, то есть, в принципе, для Патриота это очень легкая цель. И я думаю, если будет такая возможность, необходимость, дело в том, что все-таки это надо, Патриот это объектовая установка, то есть им прикрывают объекты, батарея Патриот прикрывает, допустим, там город, аэродромы, атомные станции, то есть это целый комплект мероприятий и той площади, которая прикрывает. Но если у нас будет достаточное количество патриотов или будет поставлена задача поймать, по крайней мере, там пару самолетов Су-34, которые кошмарят наши приграничные села и даже линию обороны, это можно будет сделать. Вопрос просто в другом. До сих пор остается под вопросом целесообразность работы российских Су-34 по нашим мирным селам на севере страны. Это может быть как раз задача выманить Патриот и в конце концов нанести по нему удар. То есть здесь надо комплексно подходить к вопросу, ну, естественно, противодействие. Пане Романе, це, до речі, одне з припущень, чому російська армія поновила ці от ракетні удари по території України. Мовляв, вже ж припускали, що вони накопичують ті ракети, щоб ними спробувати зірвати наш контрнаступ, щоб тими ракетами відбиватися від нашого контрнаступу. А тут раптом вони поновили ті обстріли і лунають припущення, що в такий спосіб вони промацують нашу протиповітряну оборону, щоб знайти, де ті патріоти на тепер знаходяться, щоб їх знищити. Ну, мовляв, Путін віддав такий наказ до 9 травня хоча б один Патріот знищити, щоб йому було з чим на Красну площу виходити і що там чим хвалитися. От чисто теоретично, знову таки, чи можна вполювати росіянам наш Патріот? Чи можуть вони вирахувати, де він знаходиться? Чи може в той момент Путін віддати наказ, знаєте, не жаліючи там жодних ракет, не жаліючи авіації, хай вони підуть в самогубчу атаку, але знищать той хоча б один Патріот, щоб Путін потім міг цим потішитися. Технічно це можливо, тобто і логічна задача такого рівня. Спочатку спробувати малими атаками, допустим, прощупати оборону ПВО и нашу новую локацию. Дело в том, что заход Патриота как минимум изменил нашу локацию. То есть мы начали двигаться, вся система сменилась. Патриот закрывает блюдечко в 150 километров, значит, там как минимум с десяток систем типа тех же Айрисов, то есть малой дальности, они могли освободиться. Ну, нас десяток нет, ну, просто образно говорю. Могли освободиться, переместиться, то есть движение самой системы произошло, общее движение всей системы противовоздушной обороны. А для этого надо ее пощупать. Они могли прощупывать ее и шахедами, ну, естественно, и ракетами перед массированной атакой. А вот массированную атаку они, скорее всего, все-таки готовят. Дело в том, что с 9 марта уже прошло 2 месяца, то есть по большому счету у них уже больше сотни ракет могло быть произведено. Это уровня калибров и Х-101. В последнее время калибров не так много, кстати, шло. В основном Х-101, Х-555. То есть морской старт у них еще полностью готов. То есть общее количество ракет у них около сотни, можно сказать, есть. Даже вот если они потратили 40 ракет последние два пуска, то 60 ракет у них точно есть, а то и больше. Они могут поднять и складские остатки, которые, может быть, остались. То есть они могут запустить массированную атаку как раз для такой же самой задачи – прощупывания нашей новой системы ПВО, дальше вычисления, где стоит Патриот или хотя бы там батарея, или система управления, локаторы, ну, в зависимости от задачи.
и уже потом нанести по вновь вскрывшимся нашим ЗРК и по Патриот в том числе удар уже не крылатыми ракетами, а теми же кинжалами. Ну, допустим, кинжалами Искандер, вряд ли Искандер достанет, то есть вряд ли Патриот будет стоять на дальности удара по Искандеру. Но, допустим, кинжалами попробовать достать они могут попытаться. Для этого могут поднять, допустим, те же А-50. Кстати, как раз если подымут этот самолет ДРЛО, то это будет как раз показателем того, что они ищут нашу систему ПВО, вновь уже отстроенную. Ну, наши военнослужащие, авиация и, естественно, зенитчики, они прекрасно это понимают, потому есть механизмы противодействия таким уже такого рода атакам, но для мирного населения, для гражданских надо понимать, что в ближайшую неделю, ну, по крайней мере, до 9 мая, нужно однозначно прислушиваться к сиренам и предупреждениям и уж точно знать, где находится бомбоубежище. Атака может быть широкомасштабной. Пане Романе, дякую за ці попередження. Хочу долучитися до них, тому що ми трохи, знаєте, вже звикли не реагувати в тому плані, що ну, трошки ми безпечніші стали, але хоча б за правилом двох стін, будь ласка, шановні глядачі, убезпечуйте себе, воно все-таки може вберегти вам життя, нічого ціннішого за ваші життя, ну, тут же ж немає. Пане Романе, хотів би поточнити по А-50 вами згаданого. Цей літак розвідки, він був дислокований на білоруському аеродромі, потім він був пошкоджений невідомими безпілотниками. Але нічого не повернулося по тому після ремонту, або після відновлення, або вже неможливо було відновити. Ну, тобто в Білорусь цей А-50 не повернувся. А йому обов'язково саме в Білорусі знаходитися, щоб моніторити нашу протиповітряну оборону? Або ж він там курсує десь на території Російської Федерації і звідти здалеку дістає до нашої території? Дело в том, что в Беларуси ему просто удобнее. То есть Беларусь практически по северу доходит до западных границ нашей страны. Он может видеть на глубину до 600 километров от точки локации его самого. То есть как минимум видит всю трассу основную из Польши в центр Украины. То есть они для этого и взлетают, они контролируют. А вот если он будет ходить вдоль Украино-российской границы, то он будет видеть, ну, где-то чуть за Днепр, не более того. То есть ему выгоднее, удобнее ходить все-таки в Беларуси, но в зависимости от задачи. Мы, кстати, его не видели до сих пор. То есть как он только появится, надо просто следить, отслеживать. Ну, это, опять же, это наши радиотехнические войска этим занимаются. Они однозначно передадут эту информацию, и, а дальше включатся механизмы защиты. У нас очень много механизмов защиты, включая даже обманки, которые работают на частотах зенитно-ракетных комплексов наших, которые просто ломают картину расположения локаторов, даже во включенном состоянии. Потому есть много механизмов защиты, и наши зенитчики их прекрасно знают. Я думаю, уйдем мы от этого контроля, но тем не менее опасность есть. Пане Романе, і до теми передачі нам F-16, скільки про це вже говорено, але менше з тим кожного разу до цієї теми повертаємося. Міністр оборони пан Резніков напередодні запевняв, а сьогодні міністр пан Кулеба те саме сказав, що F-16 Україні все-таки будуть передані, ну, мовляв, історія про це свідчить, що все те саме ми мали з джавелінами, панцергаубицями, хаймарсами, патріотами. Мовляв, спочатку союзники нам відмовляли, але потім все-таки давали нам цю зброю. Але пан Резніков, він певною мірою, знаєте, натякнув, що питання тут навіть не в політичній волі, що наші союзники вже не бояться тих червоних ліній перетинати Путіним намальованих, що давно це вже в минулому, а питання в грошах. Ну, мовляв, навіть не стільки в літаках, вартості тих літаків, скільки в тому, що до тих літаків потім кожен день треба давати нам буде ракети і бомби, пальне, обслуговування, ремонт і так далі, тому подібне. Тобто один раз дати нам літаків на мільярд доларів окей, союзники можуть на те піти, але кожного дня потім на мільярди давати нам ракети, оце на таке наші союзники підписатися поки не готові.
ну, що вони готові нам після нашої перемоги дати ці літаки з розумінням того, один раз дали і якийсь запас ракет, і нам надовго того вистачило. А зараз дає F-16, тому кожного дня будемо до них ракет просити. І що от, мовляв, проблема саме в грошах. Чому нам не дають ці F-16? Наскільки ви з такими припущеннями і розмірковуваннями згодні? Ну, здесь мне что-то больше верится генералу Милли. Ну, он конкретно сказал, политический момент, связанный с передачей F-16. Ну, вот все остальное – это просто инсинуации, скорее всего. Ну, не миллиард даже долларов, 10 миллиардов долларов – это не те суммы для Соединенных Штатов и объединенного даже тех 50 стран, которые у нас есть, для выполнения задач. Не верю. Вот по Станиславскому. Ну, просто не верю. То есть это опять как какая-то отмазка какого-то решения. Скорее всего, есть политическое решение, реально политическое. Оно может быть основано на каких-то договоренностях еще Клинтона и Обамы с 2014 года. Оно может быть основано на каких-то новых договоренностях Байдена с Путиным. Может быть, это следствие договоренности Бёрнса и действий Салливана. То есть это может быть что угодно, но это политический момент. Не просто так, Милиста, это уже на второй год уже генерал, понимая надобность наших этих машин, понимая и, естественно, находясь вместе с нами в одном окопе, можно так сказать, понимая, что вопросы и к нему в том числе, он просто уже конкретно показал, где собаки порылись, да, то есть там проблема. И эта проблема однозначно политическая. Вопрос, с чем связанный, мы об этом, конечно, узнаем после войны, но нам от этого не легче, по крайней мере, на данный момент. Политический момент, и вот когда он будет решен, либо после нашего начала наших наступательных действий, может быть, больших потерь украинских войск, может быть, невыполнение каких-то задач. То есть что подвигнет наших партнеров принять решение правильное о передаче F-16, это очень сложно спрогнозировать, но одно можно точно сказать. Это будет после принятия политического решения, это будет не быстрая передача. Нам придется еще обучаться, обучать техников, готовиться и т.д. и т.п. То есть мы сразу это не получим. Потому можно сейчас говорить, что F-16 как минимум на первом этапе нашего наступления мы их не увидим и придется перекрываться теми системами зенитно-ракетных комплексов, которые придется снимать с мирных городов для выполнения этих боевых задач. Придется увеличивать количество боеприпасов, расход боеприпасов для того, чтобы нивелировать недостачу средств авиационного поражения. То есть очень много вопросов. Мы их, понятно, решим. Просто какой ціною і якою кров'ю? От є проблема. Пане Романе, а чи можна це політичне питання вирішити в нестандартний, так би мовити, спосіб? Про що я зараз згадав турецького президента Тайіп Реджеп Ердоган напередодні презентував турецький літак п'ятого покоління, як вони його анонсують, зветься він Каан. І от допоможіть зрозуміти окремо щодо цього літака, дійсно, чи дійсно Туреччина спроможна літаки п'ятого покоління самостійно виготовляти, або ж це просто, знаєте, елемент піар-компанії, передвиборної кампанії Реджепа Таїпа Ердогана. І у разі, якщо все-таки Туреччина спроможна подібні літаки виготовляти для себе, чи не може так бути, що вона поділиться з нами тими літаками, які тоді їй, Туреччині, будуть не потрібні, у разі, якщо вони тими Каанами заменять свой авиапарк? Ну, дело в том, что с ТТД я там не увидел все-таки элементов пятого поколения. Ну, элементы есть, но не дотягивают они до самолетов пятого уровня, пятого поколения. Не дотягивают. То есть 4+, 4++, в зависимости от... То есть это самолет четвертого поколения с некоторыми улучшенными характеристиками по авионике. А про что самое вы? Что за элементы пятого поколения? Просто поясни для тех, кто не в курсе. Это самолет пятого поколения, это самолет, который никто не видит. То есть вот главная задача самолета пятого поколения. У него определенная аэродинамика, углы
он выполнен из не радиоотражающих поверхностей, то есть там целый комплекс радиоэлектронной борьбы, который делает его невидимым или уводит, по крайней мере, средства. Кстати, самолеты пятого поколения иногда проигрывают самолетам четвертого поколения по аэродинамическим, тактико-техническим данным как самолета как такового. Но его просто никто не видит. У него ЭПР, эффективная площадь рассеивания, меньше, чем у шахеда. Ну, то есть вот задача этих самолетов, а не, допустим, какие-то моменты, связанные с авиационными данными. То есть и турецкий самолет, я бы не сказал, что это пятого поколения, четвертого, да, в зависимости от авионики и заявленные, это же не значит, что установленные, то есть заявленные ТТД, да, вытягивают на 4+, 4++, то есть у него дальности обнаружения довольно-таки неплохие. То есть самолет, чем самолет, допустим, важен в воздухе? Своим локатором, то есть дальность обнаружения локатора, сколько сотен километров он может видеть, сколько ракет он может нести на борту, то есть это точек подвески, и возможность системы вычисления сопровождать определенное количество целей и выполнять наведение пущенных ракет. Вот если F-16, допустим, крайней модификации 70-72, он может видеть сразу 35 целей и, запустив 8 ракет одновременно, всеми ими управлять с 8 точек подвески. То есть это уже летающий Патриот, даже можно так сказать, целая батарея Патриот в воздухе, причем с определенными разгонными характеристиками уже стартовых ракет, стартовой ступени. То есть вот такого уровня, допустим, опять же, заявленные характеристики есть, но до какой степени они будут выполнены и какими блоками все-таки будет этот самолет снабжен турецкий, ну, это надо будет просто посмотреть за развитием событий. Иногда специально компании, которые производят такое вооружение, завышают показатели, ну, для определенных маркетинговых ходов. Потому посмотрим, если уже турки начали делать самолеты. А здесь можно, кстати, не сомневаться, они смогут делать реально хорошие самолеты, так как даже по беспилотникам, вот по тому же Миусу, который сейчас Кизилельма с нашим двигателем, на очень хорошая машина. Кстати, если уже дальше смотреть, то скоро самолеты не нужны будут. Как раз вот за такими Миусами, Кизилельмами, вот за ними будущее. То есть, если еще и снабдить, и когда разовьется до определенного уровня искусственный интеллект, чтобы можно было закачать его в машину, поставив задачу, а дальше оперативно-тактические решения будет принимать искусственный интеллект в зависимости от сложившейся обстановки. Так лучшего применения летающим платформам и не может быть. Потому нам даже, если честно сказать, нам лучше как раз смотреть на вот такое развитие, не на самолетное, а вот на вот это. И у нас впереди довольно-таки хорошее будущее вот с турками, с Байрактаром, то есть Байкаром, с этой фирмой, и мы уже завязались. Два двигателя наших используются. Кстати, на том же Миусе используется и АИ-25ТЛ, это наш движок запорожский, и еще один, уже сверхзвуковая версия Миуса, тоже на нашем двигателе. Чи правильно я розумію, що ці реактивні безпілотники, їхня перевага в тому, що от там якраз немає пілота і, відповідно, можуть бути вищими швидкості, можуть бути інші фігури вищого пілотажу, і коли там ці перевантаження пілот на собі не відчуває, то і цей безпілотник може робити таке, чого пілот, ну, в принципі, через людські там здібності і спроможності робити не може? Так і є. Перегрузки на определених фігурах по уходу от ракет, допустим, летчик может выдерживать до 9 единиц. 9G, закрываются глаза, уходит кровь от головы и не вытягивает, не выдавливает кровь у летчика противоперегрузочный костюм. Но вот он выдавливает сначала с ног в брюшную полость, потом подключается система и выдавливает кровь с брюшной полости, подтягивает всю кровь, выдавливая ее к сердцу, и сердце не докачивает кровь в мозг,
при перегрузке уже 9 единиц, теряет сознание и все. А вот ракета, у нее перегрузка 60 единиц. То есть ракета, которая идет за самолетом, перегрузка 60. Потому ни один самолет с летчиком от ракеты просто не уйдет. Он не сможет выполнить такого маневра, который может выполнить ракета. А тем более даже бочки такие размазанные. Ну, та же самая картина. У летчика может, летчик может потерять сознание даже на той же бочке. Не уйдет от ракеты. А вот беспилотники, если правильно отлажены, это, в принципе, та же ракета. А вот беспилотник может выполнить маневр, особенно если там будет действительно уже закачан системой искусственного интеллекта. То есть тогда будет самолет сам принимать решение на маневр. Пане Романе, а щодо російської спроможності? От поговорили про турків, що вони роблять, а оці от російські Су-57, Су-75, якими вони так тішилися, що це ж також мають вони п'яте покоління. От що з цими літаками? Ну, до Су-35 ще як-то було заметно, там дійсно Су-30 під сотню, Су-34 під сотню, Су-35 під сотню, а от Су-57-75, ну, сильно їх ніхто не видів, і ТТД просто заявлений, тобто вони їх толком не зробили, вряд ли вони їх взагалі зможуть випустити, і їх просто нігде не видно, для того, щоб навіть определити заявлені і... технические данные. Потому пока это, я бы так сказал, пока это вундервафля, очередная вундервафля российского авиапрома. Но вот эти первые три самолета до Су-35, в принципе, самолеты неплохие. До уровня 4+, и 2+, то есть особенно тот же Су-35 с изменяемым вектором тяги. Тоже неплохая машина. Су-34 бомбардировщик неплохой, с большой дальностью обнаружения. То есть они на базе Су-27М, это хороший советский самолет в свое время, они создали более-менее удобоваримые экземпляры, но сейчас под санкциями, и вот как раз эти санкции, которые наложены, если они будут реально выполняться, и не дай бог их снять. Вот в этом же весь и вопрос. Как только мы начнем договариваться с россиянами, снимут санкции, они начнут штамповать эти машины в неограниченных количествах. І от здесь вже буде проблема, з ними боротися, ну, буде дуже складно. Пане Романе, і наостанок, все-таки повертаючись до теми нашого майбутнього контрнаступу, міністр внутрішніх справ пан Клименко сьогодні повідомив, що 8 бригад гвардії наступу повністю вже сформовані. Єдине, що по тому додав, каже, що на тепер їх доозброюють і знадобиться ще 2-3 тижні на відповідне навчання. І от допоможіть мені зрозуміти, як оцінювати ці слова пана Клименка. То 8 бригад гвардії наступу готові, чи іще 2-3 тижні треба, і відповідно вони на тепер не є готовими? Або ж, може, це, знаєте, дезінформація з боку пана Клименка, щоб росіяни розслабилися і думали, що в них ще 2-3 тижні в запасі є? Главное, чтобы это не было дезинформации украинского общества, что их вообще нет. Вот это вот больше от Клименко можно ждать. Это же все-таки Министерство внутренних дел. Они же правду никогда не скажут. Ну, здесь в двух плоскостях нужно посмотреть. Первое, основное, нацгвардия и полиция. Это две несовместимые вещи. Нацгвардия – это если боевые подразделения. Боевые подразделения не должны быть в составе Министерства внутренних дел. Министерство внутренних дел не занимается боевыми действиями. Боевыми действиями занимается армия. Для этого она и предназначена. А если боевые подразделения уровня армейских есть в подчинении Министерства внутренних дел, так мы имеем тогда очень страшное полицейское государство с танками, пушками, пулеметами, самолетами, вертолетами, то есть военное формирование, которому запрещено в принципе действовать в мирное время, как армии. Армия ж в мирное время охраняет саму себя, и ей запрещено участвовать международными договорами. А тут получается у нас в составе Министерства внутренних дел вот такое боевое подразделение. Оно не должно быть в составе Министерства внутренних дел. Оно должно быть в составе вооруженных сил Украины. И МВД должно заниматься своими полицейскими функциями, а не войной. И потому у нас сейчас на линии фронта, если посмотреть, опять же, системная ошибка. И до сих пор эта системная ошибка никем не исправлена.
у нас на линии фронта такая разношерстная команда, с одной стороны, ВСУ, пограничники, часть МЧСников, Нацгвардия, которые подчиняются кому угодно, ну, вернее, не то, что подчиняются, а уровень управления все-таки это с разных ведомств подразделения, и здесь очень большая проблема, и она до сих пор не решена. Никто этот вопрос не поднимает. Нацгвардию надо передавать полностью, передавать вооруженные силы Украины, и весь корпус Нацгвардии, они должны стать воинскими частями ВСУ без любых отличий от других частей, естественно, получать вооружение по общей схеме от Министерства обороны, а не от Министерства внутренних дел, которое иногда оно просто не имеет права заниматься некоторыми вещами. Но МВД ну, не должно покупать боевые самолеты, допустим, боевые вертолеты и те же Зуни. Это не в ведомстве МВД. Потому здесь вот такой вопрос системный. Таких системных ошибок очень много. Ну а подготовка некоторых подразделений сейчас, ну, вот те, которые, допустим, Клименко их подсвечивает, скорее всего, это подразделение для выполнения зачистки территории после деоккупации. То есть до зачистки, я так понимаю. Вряд ли их отправят на ноль, вряд ли их отправят в прорыв. То есть они будут заносить хвосты, если так можно сказать, вооруженным силам Украины. Хотя реально, вот, исходя из моей практики с 2014 года, именно нацгвардейцы, если они под управлением ВСУ, под полным управлением ВСУ и с определенным снабжением ВСУ, так это, можно сказать, лучшие части ВСУ, то их и надо передавать в ВСУ. Но это, еще раз повторюсь, системная ошибка, может быть, мое мнение, может быть, оно и неверно, надо его еще посмотреть со всех сторон. Пане Романе, я розумію ваші побоювання щодо цього створення поліцейської держави, окремих поліцейських цих заходів, які мають зброю важку. Менше з тим, я дуже все-таки сподіваюся, що ви в цьому помиляєтеся, і я дуже сподіваюся, що просто і Міністерство внутрішніх справ просто робить зараз все можливе, щоб мати от штурмові ці підрозділи, які разом з ЗСУ підуть звільнювати окуповані тимчасово росіянами українські території. Принаймні, все-таки МВС саме так позиціонує цю гвардію наступу, що вони підуть в штурм. Пане Романе, я дякую вам за те, що знайшли час поспілкуватися. Я дякую за вашу аналітику, дякую за ваші відповіді і пояснення. Військовий експерт Роман Світан був гостем на стрімі в Ютубі 24-го. Дякую всім глядачам, хто був з нами на цьому стрімі. Дякую за ваші лайки, дякую за підписку, за ваші коментарі окремо від вас. Дяка. Пане Романе, і ще раз вам дякую. Слава Україні! Героям слава, до свидання! Побачимося. Спокійної нам ночі. Щасливо.